Ежегодно в России в ДТП погибает около 20 тысяч человек. За три месяца 2020 года на дорогах страны произошло более 30 тысяч серьезных аварий. В них погибло 3 тысячи человек, 41 тысяча получили ранения. Чтобы предотвратить и избежать страшных трагедий на дороге, сотрудники правопорядка в целях профилактики проводят акцию «Пешеходный переход». Целью данной операции является не только выявление правонарушений, но и сама профилактика. Ведь даже наличие инспектора ДПС на проезжей части около пешеходного перехода, оно уже дисциплинирует как пешеходов, так и водителей транспортных средств. Они уже начинают меньше нарушать, больше задумываются о безопасности, как своей, так и других участников дорожного движения. И этим самым достигается профилактика дорожно-транспортных происшествий. В 2019 году в нашем городе произошло 37 наездов на людей. 22 человека сбили на пешеходных переходах. Акция призвана напомнить горожанам, что важно соблюдать правила дорожного движения и переходить улицу только в разрешенных местах. И с этим для профилактики дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, и проводятся такие акции. Инспектора ДПС будут работать на пешеходных переходах, а также в тех местах, где пешеходами чаще всего совершаются административные правонарушения, а именно переход проезжей части в неустановленном месте, переход проезжей части по перекресткам на запрещающиеся на светофоры, ну и в иных аварийно опасных участках. В планах у сотрудников ГИБДД провести акцию «Нетрезвый водитель». В эти дни Александр Косенков уверил, что сотрудники полиции будут работать в усиленном режиме. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.